Смотрим, как они тут что-то делают. Башки в воду приносят. Снег замачивает. Ты занимаешься самым обыкновенным делом. И найдется какая-то харя на всей земле, которая тебя парафинит, скажет, что ты козел какой-то, там хам и так далее. И вот только вот из-за этого неохота себя снимать. Ну так, единственное, что люди хоть увидят, как горки делаются. Где-нибудь там, в Бразилии. Вот хоть один, хоть один внимательный слушатель. А всегда какой-нибудь бес найдется. То этот, на крыше голуби мои. Этот, как его, Борис 1952. Голуби. Найдется. То еще какой-нибудь там охламон вылезет. На снегу и на стульчике. Вот, пожалуйста. На снегу и на стульчике. Во-первых, стульчик ушел подо мной. Он ушел, в землю ушел. В землю провалился. Мне сейчас надо вставать. Сразу видно, княжеское или баронское происхождение. Ну, не меньше. Ребята, ты, Валера, дай маленько, чтобы каждый маленько ты... Вот что делать, а чтобы все сделали, они своей рукой попробовали. Вот маленько, вот дай ему, он... а другой подкладывай. То, что он делал, уже никто Валерий не делает. Валерий Сергеевич, дай ему. Они сначала пускай практику пройдут, научатся строить. Им это что-нибудь. Интересно будет, что они сами делали своей так рукой. Они и так делали много, ничего себе. Они сегодня снег подтаскивали, и туда набрасывали, и эти ставили. И Ваня воду наливали, так это ничего себе, они почти все видели. Валерий, у тебя вот эта сторона, слышь, намного выше, она будет вот туда выкидывать их. Ну я вот сейчас и подрамлю. А, надо больше взять, больше, она будет кидать туда их, по этой не пойдет. Вон оттуда сверху, вот повыше, во-во, вырезай все это. Сделай наоборот ниже, чтобы пришибло сюда, на эту сторону. А, Валера, мы с тобой как выходили из положения? Валер, мы выходили, мы там буртик делали. Так, Игорь Владимирович, я посмотрел, 21 градус показывает это. Где? Метеосводка. А! В Барнауле. У 20... меня вон машина, метеосводка. Так это на всех людей, там люди работают специально. У меня термометр в машине стоит, что мне ваши люди, придурки эти? Ну так это станция, там шары запускают. Да по барабану, я у Марины вчера спросил, она сказала 21 градус. Я поехал, у меня все раз затянуло. Я быстренько печку включил, что такое, 21 градус же. Я еще выезжал из гаража, смотрю, у меня в гараже минус 17. Думаю, не может быть, что в гараже минус 17 было. Это что, 30 градусов что ли? Ну и там уже, когда сюда приехал, чик, включаю, 33 градуса. Думаю, ну козляры, опять обманули. У нас у отца висело 3 градусника. Он выходит, на одном 8 градусов холода, на другом 0, а на третьем 3 градуса тепла. Он говорит, врут они все. И 3 градусника купил и сядет на... У меня 100% в машине, 100%. Это уже проверенный на 100 раз. Я уже путешествовал с этим термометром. Все, у меня четко вам показывает. Значит, доверия нету им, да? У меня вот в машине... А Аксенова-то меня... работает, так как? Она же на этом деле работает. Кто? Ну кто? Павловна приезжала. Столгова-то или откуда? А, ну работает. Ну, она говорит так. Я, говорит, тебе могу дать точный прогноз погоды, точный, на один день. Могу точно сказать, на один день, один день. А я говорю, а если неделя? Она говорит, мы потому синоптики и называемся. Ну, вот тут они показывают на месяц все время вперед. Ну, это такие очень-очень приблизительные. Не надо больше, тут же машины будут сдавать. Чё вы делаете? Так я в армии ничего? Был, слышь, считал про одного на севере какой-то мужик нашелся, но он какую-то связь имеет. Да к нему мореходы все обращались, а самые точные сводку не давал. Не надо так класть эту, не надо так класть ее. Ставьте ее к этому самому, зная, что это такое. Сейчас наступят и все. Так, все, давайте это, давайте дальше, давайте. Давайте, быстрее, Валера, давай. Валер, да ты все нормально сделаешь. Вот это вот подправишь здесь и все пойдет дело. Ваня, повернись сюда, а. Задницей к Валере повернись. Все, больше не надо. Все.
задом к Валере поворачивайся и вот так ему лопатой подавай. Вот так, как стоит. Сейчас пойдете обедать. Надо с той стороны стоять. Надежда Васильевна там обед вам приготовила. Да, да, да. Сейчас воды подожди. Как пойдете, ко мне забегите, я, чтобы я вышел там вас. Потому что уже концовка. Застукал. Сколько там есть? Это я тут пытаюсь шевелить в рукавицах, руки мерзнут, надо. Вот Игорь Владимирович не верит. А это надо занести, будет храм. Братья, далеко-то зачем таскаете туда-сюда? Храм. Храм пока унесите это. А там есть что-нибудь? Там есть. Вам интересно это горку делать? А? Это пока притормозите, а тут полную унесите. Горку интересно вам делать? Да. Не трудно? А вы сможете унести там? Тогда вы лучше ее довезите. Довезите лучше. Зачем полную-то берете? Не надо полную брать. Ведром он отчерпайте и все. Санки тем более есть. Ну. Как не стой Пушкина посмотрел, говорит, ай да а хорошо, нет, сукин это, сын. С Нестором занесите, пускай его помнишь, не подает. Ай да Пушкин, ай да сукин сын. Ой, тебе борода какая, как будто бы святая. Нимбом. Повторяет, как Пушкин Бориса Годунова написал, руками схлопал, говорит, ай да Пушкин, ай да сукин сын, молодец. Не, Евгений Онегин. Евгений Онегин. А может быть, а Евгения Онегина. Да он сам подаст, ты иди, это, дядя Володя. Дядя Володя, это все, храм. Тут есть немножко, как да, раз да. Хватит. А это да. Тебе на поливочку вот это. Будешь отсюда брать. Когда говорим Пушкин, про Пушку ты не думай никак. Обязательно штуки 2-3 бутылки надо будет разлить. Угу. Только перед этим надо будет помести, брат, помести. А то камушки потом будут. Я, говорит, сегодня болею, вы меня вынесете на стульчик, я буду командовать вами. А без командира никак? Нет, никак. Бесполезно. Дядя Вова, мы с тобой. Если главный командир, говорит, позовет в последний бой, дядя Вова, мы с тобой. Да поют хорошо. Ты слышал? Конечно. Надежда Васильевна, наверное, вас сейчас на обед приглашать начнет. Да нас все приглашать, мы готовы, только вот надо доделать сначала. Потому что все равно доделать. Ой-ой-ой. Я сейчас тут постараюсь голубей еще снять-то. Ну как их не снять-то? Ну хорошие же голуби у меня. Вот они. Это половина. Вот половина умножить еще. Там 45 у меня голубей, и здесь 25. И получается 70 голубей у меня. В комнате двое живут, три голубятни. Вот и все. А которые вот нападают, злые люди, то у них нет ни у кого голубей. И они не могут держать. У злого человека голуби не водятся. У нас-то была статья такая большая Натальи Сохарь в «Алтайской правде», губернской газеты. На развороте. У злого человека голуби не живут. У злого человека голуби не водятся. Два заголовка крупных. Ну, про голубятников. Что интересно, я вот сколько знал голубятников, все хорошие. Вот тут мэр города был. Говорят, Тузыкины хорошие были. И у Брежнева хорошие голуби. Вот, пожалуйста, на стульчике перешел сюда начальник. На эту сторону. Вот такое дело, брат. Ух.